Сегодня свой 55-летний юбилей отмечает городская поликлиника номер 4 в Засвияжском районе. Здесь работают как молодые специалисты, так и те, кто пришел сюда еще полвека назад. Тогда учреждение представляло собой скромное здание и несколько специалистов. В 76-м году не сравнить то, что мы имеем сейчас. Что у нас было? У нас было несколько терапевтических кабинетиков в той поликлинике. Был хирургический кабинет, детский был, стоматологический. Потом мы сюда перешли. Вы знаете, мы себе не верили, что мы вот в таком красивом здании, вот в таких хороших условиях. Совсем недавно места здесь стало еще больше. После открытия в Ульяновске центр охраны женского здоровья на втором этаже поликлиники, где располагалась женская консультация, теперь находится целое терапевтическое отделение. На освободившихся площадях второго этажа поликлиники мы разместили 11 кабинетов врачей-терапевтов и узких специалистов, обеспечив их полноценными рабочими местами. С открытием Центра охраны здоровья женщин нагрузка на основное здание поликлиники уменьшилась с 2 до 1,1. Городская поликлиника номер 4 – самое крупное лечебное учреждение города по численности обслуживания населения. Ее посещают более 150 тысяч человек. В структуру учреждения входят 2 поликлиники, 4 дневных стационара, Центр охраны здоровья женщин и отделение неотложной помощи. Все это на сегодняшний день привело к тому, что поликлиника номер 4 работает в режиме, когда она не перегружена, она работает в режиме, когда, соответственно, идет соответствие нагрузки, площадей и численности медперсонала. Что, конечно, сказывается и на качестве услуг, конечно, сказывается и на пребывании пациентов в этой поликлинике. Создаются максимально комфортные условия и для пациентов, и для медицинских работников. В рамках празднования юбилея лучшие сотрудники поликлиники были награждены знаком губернатора и почетными грамотами за многолетний труд и высокий профессионализм. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.